рассада флокса метельчатого мулатка обещает цветоводам невероятную комбинацию ярких цветов и душистого аромата. Прочный стебель несет на себе цветки, имеющие сиреневато-пурпурный оттенок и белый центр. Размер цветка относительно небольшой – 3,5 см. По мере цветения растение окутывается серебристой дымкой, а белый центр цветка приобретает окраску основного фона. Плоды коробочки флокса метельчатого мулатка созревают к концу цветения. Достоинства – неприхотливость, морозостойкость. Недостатки – вегетативное размножение не рекомендуется, высокая требовательность к наличию влаги вынуждает высаживать семена на глубину от 2 см. Флокс метельчатый мулатка – это травянистый высотой от 80 до 100 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка сиренево-пурпурный с белым центром. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 3,5-3,6 см. Флокс метельчатый мулатка создал Хватовов, Н. Годом создания растения считается 2000. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.